И вот и чё ты пучишь на меня, скажи, пожалуйста. Ну застряла я, ну хотела лазеры активировать, посмотреть, как они работают, а то забыла уже все. Как-то так получилось, что сюда хлюпнулось, и оно сверху закрылось, и все. Может, поможешь мне отсюда вытащиться, а? Так ты на рычаг опять нажми, и вот это, и люк опять откроется, там все очень просто. Ой, я вижу свои внутренние какие-то кишки, я ничего не могу сделать. Вот, вот еще, а что дальше? Еще раз нажми, еще раз. Вот, все работает, вылезай, вот. Кошмар какой, я там чуть не задохнулась сейчас, все, больше не буду пробовать. Смотри, залезла, хотела вот так рычаг. Ага. А что, это заработало? Ну я не знаю, все заработало, все, пройти нельзя. Открой сейчас, чтобы мы смогли пройти. Все, давай проходи сюда, быстро. Я уже расставил здесь свои сундуки и в каждом... Ты что, опять закрыла? Да, я тебя закрыла, а там у нас, кстати, гости. Открой лазер и заходи сюда внутрь, я тебе показать кое-что должен, господи. Здесь у нас уже находятся все сундуки. С этой стороны, с левой стороны мои сундуки. Все эти сундуки открываются с помощью только одного ключа, который называется, ну, вот этим вот названием. Это название Катя дала ему в предыдущей серии. Вот так, вот так, вот так, вот так. Без ключа в руке... Все сундуки просто заперты, их открыть нельзя, сломать нельзя, с ними вообще ничего нельзя сделать. А с противоположной стороны, Катя, здесь твои сундуки находятся. Ага, давай ключ, давай ключ. Это жопа ключ, давай. Давай сюда, это жопа ключ. На бочку. Так ключ от жопа работает только на мои сундуки, у тебя сундуки совершенно с другим ключом работают. Так, подожди, ну работает же, работает, а что у меня не должно работать? Подожди, сундук закрыт. Закрыт, закрыт. Ты чё, мне название ключа изменил, что ли? Ну, конечно, чтобы у нас разные ключи были. Так, выкинь сюда обратно мой. Это жопа ключ, это мой. Мой ключ. Так, а для тебя я специально другой ключ подготовил. Иди сюда. Тебе надо будет самой переименовать. Держи крюк, переименовывай вот это в наковальне. Давай, быстро. Ну и как он называется? Да там все просто. Там просто, просто все. Там Катька-пропердатька. Вот и все. Я не буду так называть свой ключ. Можно что-то другое, пожалуйста? Да ты можешь хоть как назвать свой ключ, но только по-другому он не откроет тебе твои сундуки. Только ключ Катька-пропердатька откроет твои сундуки. Хорошо, с большой буквы Катька-пропердатька. Нет, там все Катька. Да ты чё стреляешь-то? Ты смотри! Ты смотри, что делает! Происходит? Злой Жорик сумасшедший стреляет через щель вот эту маленькую. Успокойся! Все с маленьких букв. Катька... Пропердатика. Пиши давай. Без пробела? Без пробела. Пердатика. Ненавижу. Все, давай. Что я сделала? Это что такое? Это первый посетитель нашего банка. Ты, главное, близко к нему не подходи. Это сгинь, нечистая сила, господи. Так вот второй пришел. Близко не подходи, сейчас взорвет к чертовой бабушке. Все, давай, заходи внутрь и попробуй. Банк закрыт. Внутрь зайди и попробуй сундуки открыть, давай. Открывается. Ну я же говорю, только с этим ключом открываются сундуки, Катька пропердатька. Ладно, Эд жопа, пошли за ресурсами, надо переложить уже все. Так ты погоди, так ты сказала то, что ты хочешь еще здесь композицию дополнить. За горшками мы зачем бегали, за всем этим остальным? А, да я просто когда застряла, у меня совсем из башки это вылезло. Точно, кашпо я ж хотела построить, точно. Кого ты хотела построить? Кашпо. Что такое кашпо? Это такая конструкция с цветами называется. Каш... Ой. Каш... Каш... Ну тогда точно кокнутая на всю голову. Ты мне скажи, что ты хочешь сделать, я тебе помогу хотя бы. На, поставь люк сверху, кашпо. Первый раз в жизни слышу то, что растение в горшке называется кашпо. Держи второй сундук и ставь. Не близко, не подходи, я тебе говорю, сейчас взорвется к чертовой бабушке, Кать, ну ты аккуратно будь в этой жизни. Короче, иди давай дальше расставляй. А мы здесь что придумали? Здесь у нас два кассира, Маринка и злой Жорик. Сейчас касса закрыта, банк закрыт, но каждое утро просыпаются два самых злых кассира на этой планете. Вот у нас злой Жорик и вот злая тупая Маринка. Закрывай, закрывай, они сейчас это все нам попортят. А еще здесь у нас есть сигнализация. Я говорю, они друг друга быстрее убьют, чем убьют всех остальных. Здесь у нас есть сигнализация, когда в банк пробираются воришки. Опа!
И воришки сразу начинают подсвечиваться в банке с помощью вот этих колоколов. Господи, все, Маринка, заткнись там уже. Так, все, поставь кашпо и давай выбираемся отсюда. Как я тебе кашпо поставлю, если там мистер Крипер стоит? Вот так, оп. Вот так вот, оп, издалека, сейчас, 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 сейчас. Главное не взорваться, пока кашпо строю. Все, давай, а сейчас на улицу быстренько выбегаем и пробегаем мимо мистера Крипера. Ты готова? Подожди, я понимаю, он наш клиент и все такое. Но извините. Все, пошли, пошли. На, ну, а чё, как бы, а чё? Вот, не всех же мы клиентов должны любить. А, там еще один мистер Крипер! Да ты чё, откуда здесь взялся, а? Всё, готово, чё пойдём. Так посетителей там много, господи, там еще, да, смотри, там один, там один. Еще один, вот смотри, еще один предо мной бегает. Так, все, давай, пошли. А меня-то за что? Да, потому что заслужила. Пошли за ресурсами, возьмем наши самые ценные ресурсы, которые у нас есть, и потом перенесем их сюда, в наш банк. Зачем же мы его строили, получается? Фиолетовые красители. Алмазы и изумруды. Красители в последнюю очередь. Слушай, у тебя свои сундуки, у меня свои. Вот сам и разбирайся. Почти стак алмазов, 2 незеритовых лома, 1 алмазный блок, а еще 22 золотых блока и фигово туча изумрудов, которые даже не поместятся ко мне в инвентарь. Звезда Незера, кстати, потом из нее мы скрафтим вот этот маяк и яйцо дракона и все. А вот еще здесь у нас тотем бессмертия, но больше мне ничего в инвентарь не влазит. Так, стак фиолетовых красителей, стак пурпурных красителей, стак розовых красителей. И идем сюда. Морковочку берем, арбузики берем, свеколку берем. Так, сюда. Розовый сухой бетон. И вот здесь последнее. Кроличью шкурку. Я готова, пойдем. Может, ты нормальные вещи возьмешь, которые в этом сундуке? Тут еще куча всего полезного. Выложи кроличью шкурку обратно, пожалуйста. Ну, кроличью шкурку нужна. Ну, что нам еще взять? Ну, вот давай скажи, что мне еще взять. Тотемы бессмертия, 2 штуки, которые здесь валяются. Потом у нас сердце моря возьми. Вот эта пластинка возьми, пикстеп, вот это новое. Да куча там всего полезного. А ты кроличью шкурку берешь. Да, господи, никому не сдались наши пластинки, а нам что самое важное унести? Пойдем, и так тяжело уже. Ага, вот сейчас наркоманы Петровичи зайдут на сервер, как обычно, своруют все наши ресурсы, потом опять какой-то троллинг будем для них делать, а потом опять подписчики в комментариях на нас гнать будут, то что Рэдисон, Катя, не тройте наркоманы Петровичи. Господи, эти мистеры Криперы везде будут, что ли, спавниться? Ты наших черепах-то не трогай, а то потом я приду и лично тебя кокну, понял, да? Пока живи, пойдем. Мать моя женщина, это что происходит-то вообще? Вы вообще в курсе то, что ночью банк не работает? Как бы, это, Маринке и злому Жорику тоже же отдыхать надо. Заходи давай быстро, Катя, внутрь. Быстро давай. А, тут еще и мелкий пришел. А, ну, стоп! Охрана! Сигнализацию врубай, сигнализацию! Подъем! Я как бы понимаю то, что у вас выходные, но вы, ну, это, спасайте нас! Давайте! Этот банк вообще только для нас. Давай, Жор, давай, Жорик, еще немножко, и ты справишься, твой, убивай горючка. Вот, еще одна стрела, и все будет прекрасно. Давай, давай ему поможем, все, успокойтесь, все, идите дальше в спячку, ага. Так, надо здесь еще дверь будет поставить, потому что без двери банк какой-то никакой. Так, короче, открывай, вот, а мы даже с тобой не закрыли лазеры, Кать. Надо быть в следующий раз внимательней. Так, здесь у меня снизу будут находиться изумруды. Берем ключ в руку, как вот это все неудобно делается, ключ в руку, и выкладываем все изумруды вот так. Не зря я взял рамки. Рамку ставим вот сюда, и наверх изумруд, чтобы сразу знать то, что здесь находятся изумруды. Давай, Кать, твоя очередь. Так, а я вот сюда, прям посерединке. А, ключ же нужен так. Угу, выкладываю красители. Дай мне тоже рамочку, я подпишу. Да я тебе сам ее поставлю. Вот сюда давай, подписывай. Так, берем. Оп. Вот так. У нормальных людей ценные предметы это вот это. У таких не очень нормальных людей ценные предметы вот это. Да ты поставь его ровно, горизонтально. Вот, он ровно. Вот, все, вот так. Так, дай мне еще одну табличку. Сюда нужно положить эту кроличью шкурку и сердце моря. Вот так будет. Ты в разные сундуки это, главное, давай запихивай. И я тоже это все прям сейчас выложу. А здесь у нас будут находиться алмазы. Вот здесь алмазы.
Это еще что такое? Ты смотри, кто на сервер только что присоединился. Так давай прятать быстро, тут сейчас опять нас все своруют, блин. Так, вот сюда алмазы, алмазы, алмазный блок. Так, вот здесь по центру у нас будет находиться... Нет, вот здесь будет находиться незерит, здесь у нас незерит. Так, и здесь морские огурцы, морские огурцы. Так, да ты еще и морские огурцы взяла! Так, ты, главное, ключ не потеряй, все, не палимся, не палимся. Пойдем встретим их. Так, подожди, подожди, а здесь все находится, здесь, а все. Яйцо дракона, яйцо дракона вот сюда и звезду Незера тоже вот сюда. Закрываю, закрываю, давай. Давай, закрывай лазеры, быстро! Все. Да. Незваные гости, как-никак, получается, да? Здравствуйте, вот! А пока вас здесь не было, вы смотрите, мы уже успели весь банк достроить. Красотища же, да, какая получается? Я еще кашпо построила, вот 4 штуки. Маринка у нас, злой Жорик здесь у нас есть. Все, вот, если что, рота, подъем, сигнализация у нас всегда работает, ребят, так что вы аккуратней. Маринка у нас, конечно, дура дуримондовская, она зелье так еще не научилась бросать до вот этого вот времени, но вы ни внимания не обращаете. В общем, все, банк готов, банк закончен, вы что, можете быть свободны, получается? Ну да, все, как бы экскурсию провели, знаете, если что, можно там прийти, ну, в принципе, ничего не получить, потому что это наш банк. Ты посмотри на него, какой прошаренный, да? А я не поняла, вы что, вы даже разрешения не спросили? А что, обратно уже выйти не сможете, да, получается? Потому что лазеры закрыты, да? Ага, а ты чё, карась, эта морда такая наглая? И чё, не, вы, конечно, можете забрать все наши ресурсы, которые там находятся в су... Не поняла. Это как? Погоди. Читеры! Да вы читеры, прокляты, да они везде лазеечку вот эту найдут, чтобы... Как они это сделали? Так, ладно. Так, ладно, подожди. Без ключей они наши сундуки в любом случае не откроют. Волноваться не о чем. А даже если вы наши сундуки откроете, моментальный бан в ту же секунду. Вот, давайте, попробуйте у нас что-то своровать. Давайте, открывайте. Ага, ой, да, ой, не открывается. Вот и свалили, давайте быстро с нашего банка. Есть в это, ты смотри, что они, открой меня как, пожалуйста, я не знаю, как они это делают. Это вообще законно или нет, открыла? Читеры проклятые, господи, как с вами играть-то вообще невозможно, все! Все, идите отсюда! Знайте свое место, все, мы банк построили, дайте нам отдохнуть-то хотя бы с Катей, господи. Все, давайте свалили отсюда быстро! Кошмар, какой же, голова заболела. Ты смотри, как они это делают. Везде лазейку найдут, везде найдут. Надо усилить охрану. Надо еще одну Маринку привезти, еще одного Жорика привезти, чтобы вот такие вот пописяки к нам сюда не заходили. А что ты там сказал по поводу отдохнуть? Ну я говорю, то, что мы с тобой очень много трудились, очень много всего строили. Вот это, ну что тебе надо, а? Кредит не дадим. Ушел. Я тебе предлагаю отдохнуть. Вот у нас никогда не было спокойной серии выживания, где мы просто всю серию отдыхаем. Мы с тобой столько всего построили. Банк, на работу Маринку взяли, злого Жорика взяли. Я тебе предлагаю построить впервые что-то для нас, для нашего отдыха. Ну, наконец-то. Давай не будем ничего строить, просто вот и ляжем куда-нибудь вот сюда опять, вот в этот сундук, и будем здесь лежать. Как сюда опять провалиться-то? Вот так, все. Я в спячку. Не, Катюха, пошли за мной. Мы сейчас с тобой построим то, о чем я очень долго и давно мечтал. Иди сюда. Маникюрный салон? Какой маникюрный салон? Ну, моим ноготочкам уже почти полтора месяца, надо новенькие сделать, а? Давай сделаем его! А я-то тут при чем? Я говорю о том, о чем я давно мечтал! Ты думаешь, я давно о маникюрном салоне мечтал, что ли? Ну, не знаю, мальчикам тоже маникюр можно делать. Ну, я как бы не делаю, ты меня извини, но нет, я мечтал о кое-чем другом. Иди за мной, берем нужные ресурсы, сейчас построим то, где мы с тобой каждую серию отдыхать будем. Пошли. Вот здесь! Что здесь-то? Может, ты расскажешь?
вот здесь. Вот это ты вот. Ты что ломаешь вот стенку? Это все, что здесь находится, вот это все сносим, чертовой бабушки. Оно нам здесь больше не пригодится. Давай помогай, вот это ломай, а я пойду. У тебя есть лопата? Потому что у меня лопаты нет. Иди чисти вот это вот все, вот эту вот землю, которая там сверху. Так, может быть, ты мне объяснишь, а потом я буду чистить, а? Ну, маникюрный салон не такой большой должен быть. Можно и поменьше. Не обязательно было стену ломать. Только верхний слой! Вот этот, только верхний, вот здесь, давай! А я пока придумаю, как это все будет выглядеть. Нет, Катюха, мы с тобой совершенно не маникюрный салон будем строить. Здесь у нас с тобой джакузи, там у нас холодный бассейн, там у нас холодный аквариум. А здесь будет находиться то, где мы будем с тобой греть наши жопки в холодные зимние вечера. Кафешка? Еще одна попытка на то, чтобы угадать. Душ с горячей водой? И третья, последняя попытка, чтобы угадать, где мы будем греть себе жопки возле джакузи и холодного бассейна. Кашпо! Да не знаю я, что ты загадками говоришь, но скажи уже, что мы будем строить. Банька-парилка! А-а-а! Ну так бы сразу и сказал! Ну ты как-то странно объясняешь, конечно, непонятно. А акацевые доски. Ага, но сейчас мне еловые вот эти бревна нужны, давай выбрасывай. Еловые бревна. Где-то вот здесь. Короче, я тебе предлагаю, вход будет находиться, отойди в сторону, вот прям вот здесь. Так, это получается, мы из баньки выходим, сначала прыгаем в джакузьку, потом из джакузьки бежим в бассейн или в аквариум. В аквариум, какая разница, в аквариум. Так, здесь 5 блоков, вот так, 1, 2, 3, 4, 5, и вот здесь она уже будет заканчиваться. Нам просто огроменную баньку как бы тоже не надо, правильно? На двоих максимум. И тоже ее поставим на пароль, чтобы никакие наркоманы жопы Петровича потом вот это не приходили сюда и не грели одно место. Все верно? Верно. Но они по-любому проберутся, я больше чем уверена. Сюда, 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 сюда и вот сюда. И вот так нормально или еще? Да, давай еще. Вот здесь и вот здесь. Все. А сейчас выкинь мне землю и сейчас выкинь мне полублоки вот эти еловые, быстро. Так, еловые блоки, земля. Так давай вообще полностью застроим все кострами. А, чтобы вообще дышать нечем там было, да, получается? Так, подожди. Вот здесь земля, с землей застраиваем все быстренько. Вот это, а ты наверх ставь полублоки. Давай помогай мне, Кать. Полублоки я ж тебе выкинула. Ну тогда забирай обратно, что ты вот это, да, держи, застраивай. О, господи. Так, ставлю сверху. Сюда поставим магма-блок. Это у нас типа уголечки. И вот так... еловыми лючками за дизайном. Оп, оп. Котел сюда. Сюда и сюда. Заполняй водичкой. Так, сюда. Это специальная механика для наших уголечков. Кто был в бане, тот знает. Сюда подходим, ведерко набираем водички, потом подходим сюда, наливаем на угольки еще больше дыма, еще больше жара. Да, Катя? Да, только не дыма, а пара. Ну, пара, какая разница? Так, а здесь еще надо сделать, выкинь еще еловые ступеньки сюда. У нас где-то вот здесь с тобой будут находиться сидушки. Веники еще нужны, я пошла за этими, давай, за пшеницей. Иди за пшеницей, здесь у нас находится сидушка для Кати, а здесь находится моя сидушка. Все, жопу греем, и двери тоже еще принеси, давай быстренько. Так, это снимаем... трусы снимаем, это сюда, чтобы ничего не заржавело. Ой, хорошо-то, как ты еще жарку-то подай, а? Водички подлей туда на блоки, магма. Давай. Да и так нормально, куда? Ты вот это веники на стенку повесила? Молодец, повесила. Все, да хватит жарку, Катя, сейчас в обморок упаду, не надо больше. Это хорошо, для здоровья полезно, давайте спинку потру.